Здравствует команда «Кадеты» 6-й школы города Урюпинска Волгоградской области. Наш город здесь, как столица российской провинции. Здесь находится памятник козе-кормилице. Создаются уникальные пуховые изделия. В Покровской церкви 19 века хранится Урюпинская икона Богоматери. Здесь чтят казачьи традиции и строят новые арт-объекты. И, конечно, Урюпинск – это тот самый город из анекдотов про глухую провинцию, где прозвучала знаменитая фраза «Брошу все, уеду в Урюпинск». Герои рядом. Именно так называется наш онлайн-квест, посвященный истории города Урюпинска в годы Великой Отечественной войны. Квест состоит из 10 станций, на каждой из которых, помимо основного здания, участникам необходимо решить головоломку. Все станции квеста раскрывают интересные исторические факты. И только первая станция является организационной. Она дает возможность узнать немного больше о самих участниках. Познакомиться. Зачастую не подозревают, что именно в нашем городе была написана знаменитая песня о Днепре, авторами которой являются композитор Марк Фраткин и поэт Евгений Долматовский. Пианино, на котором играл Марк Фраткин, сохранилось и в настоящий момент выставлено в Урюпинском краеведческом музее. В честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе была торжественно открыта аллея героев. Вдоль всей аллеи установлены бюсты земляков-героев. Памятник морякам был установлен в 1996 году в честь 300-летия русского военно-морского флота. За стойкость и героизм, проявленный в боях со шестью захватчиками, свыше тысячи урюпинцев получили ордена и медали. Произошла именно в Урюпинске, не случайно. В августе 1941 года в Урюпинске были открыты первые два госпиталя – училище, современная кадетская школа и районная больница. За время Великой Отечественной войны в Урюпинске было открыто 16 госпиталей, в одном из которых проходило излечение Владимир Этуш. Сергей Матвеевич Штеменко родился в казачьей семье в столице Урюпинска. В годы войны он проявил себя как способный работник по оперативно-стратегическим вопросам. 9 мая 2004 года на площади Победы, где берет начало улица Штеменко, был поставлен памятник прославленному земляку. Финальная точка нашего онлайн-квеста РДШ «Герои рядом» – обелиск вечного огня в сквере павших отцов.